Дом, только зашла. А, счастлива, неимоверно. Домой приехала. Ура, ура, ура. Фух. Так, лицо, руки вымыла. Так, проверяем цветы. Ай, цветочки, как были крепыши, так и есть. Ах, обожаю, обожаю. Тёма, спасибо большое. Так, надо балкон открыть. Пение птиц. А, я не могу, я срочно хочу в лес, срочно. Мне надо в шуб, мне надо за шубой ехать в СДЭК. У меня шуба пришла. Так, надо разобрать пакет. Так, это я зашла в пекарню кушать женечку, купила два пирожка. Два пирожка. Так, маска в помойку, кошелек. Все карточки на месте. Я только что рассчитывалась. Так, кошелек в сумку кладу. Фух. Так, мне надо Жене позвонить. Фух. Сейчас я позвоню Женьке моей. Нелер Эпиорсон. Чё, Нелер Насалсон Бегион Эмисин. Нелер Эпиорсон. Ай, господи, Тахир, отстань. Так. Где моя Женя? Женя, моя дорогая, привет, привет, я приехала. Я приехала, пошли в лес. Время два, может быть, в три пойдем. Я хочу обмыться с дороги и пойдем в лес. Короче, дома, я на связи. Все, я приехала, я в Каменске. Фух. Я дома. Я дома. Я дома, я дома, я дома. Господи, какая это роскошь. Я дома. Мои цветочки. Воду надо поменять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, воду надо поменять. Сейчас мы быстренько это изладим. Обязательно, прямо сейчас. Видите, вода-то уже устала. Сейчас мы быстренько все изладим. Цветочки помоем, стебелечки помоем. Болотом пахнет вода-то. Цветы из вазы вода пахнет болотом. Сейчас все заменим. Так, так. Ну, вы посмотрите, все крепыши. Все. Так, воду сменили, стебелечки промыли. Все. Возвращаю. Возвращаю на место. Ой. Мне, короче, надо... Этот откроется кит, я вот такой штатив мне надо Олесе купить. Олеське некуда этим вопросом заниматься. Я надеюсь, что с завтрашнего дня кит откроется. Очень надеюсь. Очень-очень. Так. Так. Все. Цветочки. Вот здесь даже вода застоялась.
О, даже здесь, даже в этом маленьком цветочке. Даже здесь. Даже здесь. Даже здесь. Так, мне надо поставить машинку стираться. Мне надо самой ополоснуться. Женька все еще не прослушала сообщение. Нифига себе. Девка-то у меня занята. Девочка-то моя занята. Ох, я даже знаю, чем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже знаю, чем. Я даже знаю, чем. Та-та-та-та-та-та. Так. В стирку. Так. Костюм в стирку не надо. В этом платье-то в синем я спала. И дома ходила. Так, костюм в стирку не надо. Костюм чистый. Я в четверг еще поеду, Вика. Не в четверг, в пятницу. В четверг я поеду или в пятницу, я уже забыла. Так. Это мне Олесик Эки задарила очки. Крутые, да? Да. Крутая у меня подруга. Так. Ладно. Так. Это мои зарядки. У меня же два телефона. Можно было взять один штекер и одни вот. Так, подождите. Тут волосина. Где-то мне не показалось или что? Так. Сейчас все на место. Свои зарядки. Ну вот, ничего не показалось. Вот волосина. Причем даже не моя, а Леськина. Рыжая. Так, все на место. Все по порядку. Интересно, так два. С ДЭК до 8 работает. Ну-ка. Так, сейчас подожди, спрошу, у кого смена. Мариша, привет, моя дорогая, ты сегодня на работе? Ты на смене? Слушай, если да, то посмотри, пожалуйста, моя шуба же пришла, все правильно. Если вот ты мне пока ответишь, я, может быть, Даше напишу. Подожди, но я надеюсь, что ты мне ответишь сейчас. Чтобы никому не звонила. Так, до Марины доставлено. Надо ехать шубу забирать. Оплаченный товар. Так, платье. Это кто-то написал, что у меня пятна на груди. Нет, я как я и предполагала, никаких пятен. Это просто, знаете, что я постоянно умываюсь, хожу. И это были на тот момент, что это были не были жирные пятна, это были пятна от воды. Так, носочки. Носочки. Стирку. Это мешки, в которых у меня была одежда надета. Пакет. Расческа. Все домой вернулось. Все на родину. Так. Расческа. Шампунь. Туалетная вода. Так. Резиночки. Крем, гигиеничка, так, зубная щетка, сейчас пакет вытряхну над ванной, хочу его трясти, он абсолютно чистый, абсолютно. Абсолютно чистый пакет. Много места не занимает. Думать, вот это вот что думать? Намоталась на руку.
Сейчас я пойду в душ. Поставлю стиралку. Так. Знаете, чем пахнет этим болотом? Фу, болотом пахнет из раковины. Вы представляете, я туда слила. Вот. Слила воду от цветов. Прям сибирьки промыла и прям болотом пахнет. Вы понимаете, что? Аж запотели. Аж холодненькие, аж запотели. Все у меня. Так, Женька, что ответила? Кто-нибудь не ответил вообще в этом мире или нет? Время 14:08. Так, Мариша. Твоя шуба, она у тебя на пятницу прайсовый срок не стоял. Это во-первых. В субботу, воскресенье у нас машины нет. Да, блядь, я знаю. То есть она точно уже у тебя не пришла. Если ты на работе или нет, блядь, Марина? Это будет просто самый лучший вариант в этом плане. Но у нас сейчас машина стала позднее приходить. Ну, блядь. Поэтому к выдаче она будет готова примерно после 6 часов вечера только. Я не работаю сегодня, Даша. Ты не на работе. Все понятно. Мариша, ты мой специалист. Спасибо, дорогая. Так, получается, сегодня Даша. Когда ты? Я приду давай в понедельник. Твоя смена будет или что? Или как? Так, Женька все еще даже не прослушала. Так, все, я загружаю машинку стирать. Загружаю машинку. И в душ. Фух, так, здесь ничего. Так, какие-то потушки, ладно. Что будем стирать, белое или темное даже? А, блядь, ну-ка загнула. Темное может быть. Так, платье, штаны, футболка, красное платье, спортивное, такое платье Нюре надо. Так, здесь у меня что? Так, здесь светлый, тут я голову красила, господи, голову красила, полотенце для хны. Так, полотенце, скатерть. Так, скатерть можно сюда. Так, это можно, в принципе, с полотенцами. Так, пижама сюда. Вторая часть от пижамы. Так, полотенце кухонное. Ночнуха. Так, вот это вот кофта костюма. Это все мне темные вещи, да? Блядь, как-то ерунду наложила. А, нет, все правильно. Так, скатерть, штаны, платье. Вот это вот кофта от костюма. Штаны я выбросила. Так, футболка. Вот это платье. Фу-фу-фу. Так, лифчик. Это что? Футболка такая. Так, второй лифчик. Третий лифчик. Блядь, сука. Так. Так, кухонная тряпочка. Сейчас это на левую сторону вывернем. Чтоб мало ли вот этот рисунок. Потому что тут такая переводка, чтобы он не пострадал. Так, на левую сторону выкрутим. Носочки, это когда мы с кладбища пришли, Ленка надевала. Так, маска, господи, маска, блядь. Так, еще один лифчик. Трусы все в следующий. Так, это что, носочки? Носочки тоже сюда.
привычке насыпала, ну, начала сыпать и вовремя опомнилась. По привычке насыпала этот, туда, куда кондиционер. Так, сейчас сюда. Маленько на предварительную стирку. Это вот что значит привычка. Сейчас кондёр маленечко нальём. Блять, кондёр налила везде. Ой, Инна. Вот, как постирается, так постирается. А, что значит, как постирается, так постирается? Нет, так не пойдет, мне надо вот это вот платье. Ну-ка, еще хватит места? Вот для этого платья. Так. Сейчас я, короче, вот это вот платье сниму. Сейчас это платье и крутану его в машине тоже. Так. Решила пока этим вопросом не заниматься. Так. Носочки. Сейчас маленько другим займусь. Так. Маска нахуй. Так. 14. О, так, одно сообщение. А, блядь, Тахир Ашкин. И нахер, блядь, Тахир. Ничего не известно, когда откроются границы в Турции. Вообще. Может, ты меня уже 5 раз возлюбишь? Я прям надеюсь, слушайте, что границы откроют, но прям надеюсь. Это уже переходят все границы. Женька так и не прослушала сообщение. Вот так всегда, блядь. Когда надо, когда кто-то нужен, тот не пишет. Так. Я дома. Слушай, в гостях хорошо, дома лучше, но это реально так. Тем более, я же такая псих-одиночка, я же привыкла одна, лишняя, чтобы шум меня не беспокоил, там вот это вот ничего. А здесь все хорошо, люди добрые, приветливые, гостеприимные, все так. Блять, но не дома, не дома. Короче, на улице потеплело, что безумно радует, что очень радует. Все, мои дорогие, я пошла в душ. Я пошла в душ, я пошла купаться. Ставлю видео на... видите, поставила режим, но еще не поставила. Плей не нажала. Господи. Упала, представляете, резинка? Сейчас пойду одновременно. Одновременно вымою голову, выкупаюсь сама. И Женька все равно, когда я выйду из души, все равно Женька ответит. Пойдем гулять в лес. Все, мои дорогие. Люблю, целую. Я дома. Я дома. Ура, ура, ура. Очень. Я прям, знаете, я прям выдохнула. Все. Мыться, бриться. Да, в полном смысле этого слова. Эпиляция. Пора бы уже. Все. Пока. Я дома, дома, дома. Ура.